Она там пальто сдает. Джо, я пойду ручки после машины помою. Закажи мне белого вина, а для Дженнис красного. Дженнис? Дженнис? Боже мой! Это же Дженнис! Так, я знаю, что надо делать. Выброситься в окно. Да перестаньте, ради бога. Я черт знает, сколько ждал этого свидания с Лоррейн. Ты же свел меня с женщиной, которую я за последние полгода уже дважды бросал. А ты можешь не орать? Я же нервничаю. А когда я нервничаю, я же... Я же не могу. Извини, извини, ты прав. А ну давай, давай, живо! Ну! Знаешь, а я с детства могу пальцами ног поднимать мелкие предметы. Да? Здорово. Что, неужели только пальцами ног? Она сказала, что хочет меня чем-то обмазать, а потом все это слезать. Я пока не понял, чем. Но отказываться глупо. Ты не можешь так со мной поступить. Ты прав, извини. Пожалуйста, нам с собой 3 шоколадных мусса. Все, я пошел. Вот моя кредитная карточка, ужин за мой счет. Ну, извини. Он дурачок, который дал мне свою кредитную карточку. Шампанское, десерт, сладкие блюда. Лучше шампанского. Момент. Эй, милая. Бутылку самого дорогого шампанского. 2. Правильно, 2. И Роп-Роя. Всегда хотел узнать, что это такое. С днем Святого Валентина! Я уже по тебе скучаю. Поцелуй. О, Чендлер. Чендлер, извини. Привет, Дженнис. Привет, Моника. Вот, зашла на минутку. Рэйчел, смотри, кто к нам пришел. Что случилось? Боже, Дженнис, привет! Привет! Дженнис уже уходит. Погоди, одну минутку. Джо, смотри, кто пришел. Боже мой! Ну, слава богу, и этот вернулся. Надо же! Друзья встречаются в коридоре. Привет, Росс. Ты должен кое с кем-то поздороваться. Он случайно позвонил? Привет, Росс. А как ты догадался, что это я?